то, что Вадим дома, друзья видят уже с порога. Узнать его можно по ботинкам. Еще бы, ведь у Вадима 47-й размер обуви. Правда, он сам не заметил, как выросла нога. В 15 лет даже такое ощущение, что я проснулся и очнулся 47-м размером. То есть я до этого момента не помню, какой был размер, какая обувь была. Кстати, у девушки Вадима 35-й размер ноги, друзья шутят. Они два сапога пара. Такая коротышка. Спасибо, блин. Впрочем, сам Вадим не считает свою ногу слишком большой. У его тренера вообще 53-й размер обуви. Кроссовки приходится шить на заказ. Вадиму в этом плане легче. Ботинки 47-го размера еще можно встретить на полках магазинов. Правда, в поисках большой обуви можно сбиться с ног. Мы собирались на свадьбу с моей девушкой, к друзьям. И дотянули до последнего дня. И просто нет обуви, и пришлось идти в кроссовках, потому что туфлей вообще нет в городе. 24, где-то, может, даже 23 сантиметра. Соне тоже в поисках нужных кроссовок приходится побегать. У нее нога едва дотягивает до 34 размера. Обувь приходится покупать в детских отделах. Эти кеды как раз оттуда. Они мне понравились тем, что они светятся при ходьбе. Их можно включать даже. Но сейчас они уже все. Я их покупала где-то год назад, летом. Вот. И мне еще понравились крылышки. Кстати, нога у Сони меньше, чем у Золушки. Ей трудно подобрать не только туфли, но и носки. Зато на обувь 34 размера часто бывают скидки. Обычно Соня покупает пару за полцены. Часто вижу у детей такую же обувь, как у меня. Но я не переживаю по этому поводу. Даже иногда, когда мы знакомимся, я знакомлюсь с какими-то детьми, они говорят, вот у меня рюкзак светится, если у меня кроссовки, у меня тоже. Кстати, среди знаменитостей тоже есть свои Золушки и Гулливеры. Например, у Умы Турман 42-й размер обуви, а у Моники Белуччи вообще 44-й. А вот самая большая нога была у актера Мэтью Макгрори. Он носил 64-й размер.